Здравствуйте, друзья, с вами Виктория, и сегодня я вам предлагаю еще один рецепт из цветной капусты. А готовить я буду суп. Предлагаю вам два варианта супа: обычный суп из цветной капусты и суп-пюре. Очень вам рекомендую попробовать этот рецепт. Попробовав однажды, вы будете его готовить очень часто. Цветная капуста очень полезна, в ней содержится много витаминов. Ну что, давайте приступим. Для приготовления мне понадобилась сама цветная капуста, лук-порей, морковь, картофель, лук, специи, растительное масло и кубик для бульона. Сначала мелко-мелко нарезаю лук. Цветную капусту я предварительно разобрала на соцветия и промыла. Полное количество ингредиентов я вам оставлю в описании под видео. Затем нарезаю морковки. Морковки я ложу много в этот суп, где-то 3-4 штуки. Очищаю картофель и нарезаю средними кусочками, не очень крупными. Этот суп я готовлю очень часто, особенно с рождением маленького ребенка. И вот такой ингредиент, который я всегда добавляю в этот суп, это лук-порей. Он очень-очень вкусно получается в любом супе, придает очень вкусный аромат. Все овощи нарезаны, все готово, приступаем. Наливаю растительное масло в кастрюлю, выкладываю сначала лук и лук-порей и начинаю обжаривать на небольшом огне. И пока я все хорошо перемешиваю, перемешать нужно очень хорошо, не забудьте подписаться на мой канал. У меня интересные и вкусные рецепты. Со луком и луком-пореем добавляем морковь. За морковкой отправляем цветную капусту. Хорошо перемешиваем, оставляем пассероваться на 5 минут. Совсем недавно я готовила рецепты цветной капусты в духовке, получилось очень вкусно. Сейчас вы увидите его в подсказках. Также я вам оставлю в описании под видео ссылку на этот рецепт и другие рецепты супов. Затем заливаем в кастрюлю 2,5 литра кипяченой горячей воды, кипятка. Добавляем кубик для бульона. Если вы хотите приготовить этот суп с мясом, например, с курицей очень вкусно, то приготовьте куриный бульон. Все овощи обжарьте в сковороде и добавьте их в куриный бульон. И добавляю картофель. У меня вот такой супчик довольно-таки густой получается. Смотрите ту густоту, которая вам нужна. Добавляю специи. У меня сушеный укроп. И оставляем вариться. Когда картофель готов, значит супчик готов. Посмотрите, какой наваристый он получается. Накрываем супчик крышкой и даем настояться ему минут 10. При желании можно добавить кусочек сливочного масла в сам супчик и хорошо перемешать. Что я делаю дальше? Дальше я часть супа выкладываю в отдельную емкость. Его я буду измельчать на блендере. Ребенок у меня не любит супчик есть с кусочками вот такими. Он любит суп-пюре, вот одну часть я всегда откладываю и делаю суп-пюре для него погружным блендером. Вот таким образом все хорошо измельчаю до однородности. Затем беру супчик и выкладываю его в формочки. Этого супчика хватит моему ребенку на 3 дня. Таким образом все остаются довольны, и дети, и взрослые. Сервируем суп в тарелке, подаем его с зеленью, с гренками. Попробуйте и вы приготовить такой супчик, вам очень понравится. А с вами была Виктория. Всем огромное спасибо за поддержку, комментарии и лайки. Подписывайтесь на мой канал. Всем желаю приятного аппетита, прекрасного настроения и до новых встреч!